Будущие защитники, достойные сыны отчизны. Чебоксарские кадеты вернулись из Перми, где проходил международный слет юных патриотов «Равнение на победу». В честь Чуваши отстаивали ученики 14-й кадетской школы. Впечатлениями от поездки поинтересовался наш корреспондент Рифат Фаткулин. Международный слет кадетов собрал около 40 команд из разных регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Чувашию представляли 8 юношей и 2 девушки. Целых 10 дней испытаний на прочность, закалка характера. Юные патриоты жили в лесу, ночевали в армейских палатках в условиях суровой уральской зимы. Там то очень горячо, как в бане, то очень холодно. Еще там было сложно кушать, потому что буквально через 1,5-2 минуты еда остывала уже. Плечом к плечу представители различных национальностей постигали базовые основы военной жизни. Учились разряжать и заряжать автоматы, стрелять, ориентироваться на местности. Сами готовили пищу, разводили костры. Учились выживать в экстремальных ситуациях и даже помогать другим. Я получил значок Героя дня, потому что помогал всем моим созводным. Когда им было плохо, я их поддерживал. А когда даже все было хорошо, я просто с ними общался. Даже с теми, которые не в нашей стране живут. Например, с монголами. Они вообще не знают русского языка. Мы общались на английском языке. Распорядок дня участников слета был расписан по минутам. Подъем. Зарядка, бросок, можно бросок на 1 километр, умывание, потом у нас был завтрак, были занятия интерактивные, 8 занятий каждый день по 40 минут каждый. И потом каждый день у нас была массовка, где каждый мог показать, на что он способен. И потом у нас были круги, это были круги взводов, где каждый делился своими впечатлениями одни. Самым ярким воспоминанием Саши Федоточевой стал марш-бросок на 12 километров. Это бесценный опыт, признается школьница. Но девочки, это слабый пол, когда на тебя надевают 10-килограммовый бронежилет, и ты, еще автомат в руках и каска, и ты бежишь по полю с криками «Ура!», потому что сзади взрываются хоть и муляжи бомб и гранат, но все равно это страшно, и ты бежишь с этим азартом через поле. В международном слете кадетских корпусов чебоксарцы участвуют во второй раз. На сегодняшний момент у нас в кадетской школе сформировано, так скажем, ядро тех ребят, которые могут представлять наш муниципалитет и школу. В плане воспитательной работы в кадетской школе организация стоит на очень высоком уровне, и поэтому кадеты, которые выезжают на различные слеты, соревнования, без сомнения, с достоинством выдерживают те испытания, которые на них ложатся. По итогам слета чувашская команда признана одной из лучших. Испытания оказались по-настоящему серьезными, но ребята справились с ними. Рифат Фаткулин, Атнер Корсаков, Республика.